Подписчики и те, кто случайно нашел мое видео в YouTube. В этом видео я хочу разобрать для вас очень красивую мелодию. Вот. В ней немного аккордов, всего три. Тем не менее, звучит очень хорошо, можно играть практически не останавливаясь, повторяя одно и то же. Мне очень нравятся такие медитативные, можно даже назвать их мелодии. Вот. Они немного умиротворяют, ну и играть их все равно интересно, хотя не так уж они и разнообразны, можно так сказать. Для правой руки это будет очень полезно. Вот. Итак, давайте начнем. Как я уже сказал, здесь всего лишь три аккорда. Первый аккорд. Пятая струна на седьмом ладу мизинцем. Четвертая струна указательным пальцем на четвертом ладу. Итак, первый аккорд у нас состоит из двух струн. Пятая на седьмом, четвертая на четвертом. В правой руке мы будем играть вот такой перебор, такой арпеджио. Он у нас будет одинаковым на всех трех аккордах. Итак, этот перебор. Пятая, четвертая, третья, четвертая, вторая, третья, четвертая, третья. Еще разок. Пятая, четвертая, третья, четвертая, вторая, третья, четвертая. И вот два раза мы будем играть на каждом аккорде. Вот таких два раза. Раз, два. Переходим ко второму аккорду. Указательным пальцем мы зажимаем вторую струну на третьем ладу. Вторым пальцем мы зажимаем четвертую струну на четвертом ладу. И третьим пальцем мы зажимаем пятую струну на пятом ладу. Вот такой аккорд С у нас получился. Ну, это, конечно, не С, но аппликатура такая, как у С, если бы мы зажимали вот с первого лада. То есть мы можем просто взять С и передвинуть его на третий лад. Итак, вторая струна на третьем ладу, четвертая на четвертом, пятая на пятом. Вот такая вот аппликатура у второго аккорда. Здесь мы в правой руке сыграем то же самое. Два раза. Переходим к третьему аккорду. Убираем указательный палец. Этих два пальца оставляем и передвигаем их вот сюда. До такой степени, чтобы второй палец оказался на четвертой струне на втором ладу. Третий палец на пятой струне на третьем ладу. Это будет третий аккорд. В правой руке мы продолжаем играть то же самое. Повторяем два раза вот такой перебор. Один раз. Сыграли один раз на третьем аккорде и переходим опять на второй аккорд. То есть опять сдвигаем эти два пальца сюда и добавляем еще указательный. Здесь мы сыграем тоже один раз. Все закончилось. Начинаем все заново. Еще разок. На первом аккорде играем два раза. Все полностью.